Всем привет, с вами дядя Володя Страшный. Хочу рассказать об итогах сегодняшнего дня. День начался как обычно, как у всех вас. А закончился тем, что я выкопал картошку полностью, Денис наполовину. Сделана вот такая тормозная тяга. Установлен щиток Ява приборный. Все работает, все пашет. Держится он на колодке тормозной от Линкольна навигатора. Это такой GPR есть. Приезжал Денис, исполнял концерт. Музыкальный киоск записан. Ну и вообще все хорошо. Все у нас хорошо. Всем привет. Всем спасибо и всем пока. Смотрите нас на канале Мото46. Подписывайтесь на канал Дениса. Мотодвор Дениса. Ну и пока не убежал домой, задержался на 2,5 минуты. Вот защиту рук поставил. Прикрутил.